18 мая начала машина, идут люди, кричат, это на дорогу близко, плачут, и начал высевание наше. И наше этот кругом автоматом стоит, солдаты вокруг, даже не дают посмотреть через окошко. Я ему дал такой вопрос: слушай, дедом, ты советский офицер? Да. Я говорю, там есть у тебя что-нибудь, пистолет? Конечно, есть. Я говорю, стреляй, что, говорит, мучайте нас, говорю. Я говорю, послушайте, я вам, как тебе, говорю, где-то мне там воюют три брата. Я пошел партизанам помочь им хоть немножко. А вы меня, говорю, в тюрьму посадили. Приехал в Ташкент, вокзал смотрю, он там тут уже ходит, слышу татарские разговоры. Подошел, и одна голубинская, хусарская человек, недавно, говорит, мы видели один человек, айрыгульский, здесь ходил, в военном форме. Через несколько минут зят, сестру, муж, инвалид, тоже их привезли. Целый день вдвоем по Ташкенту ходили. Я пришел, три брата нету, отцу здесь похоронили, меня уже 6 месяцев нету. И приехал, я стал у мамы такой подарком. Она зажила.